Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Симулятор Подземелья. И мы начинаем играть вот в таком домике. Да, я немножко поиграл, у меня 5-й уровень, я прошел одно подземелье и немножечко прокачался. И, кстати, с последнего босса я выбил вот такой вот меч. И он, кстати, очень странный, потому что он бросает мечи, знаете откуда? А вы вот, давайте вы посмотрите видео прямо сейчас и скажете, откуда он бросает мечи. Мне кажется, или он бросает мечи из поясницы, да? Или либо немножечко ниже. Странное ощущение. В общем, он почему-то бросает эти мечи задом. Меч крутой, но мечи он бросает задом. Здесь есть вот такой абу-скипер. Здесь можно заходить в данж и защищать кристалл. Типа такая миссия. Здесь у нас оружечки, которые стоят очень дорого. 2700. Смотрите, у него дэмэдж 30. А у меня, я выбил, я не знаю, что это за, почему и как я его вообще выбил, написано damage 161. Вот такая штука. Легендарную катасаблю я выбил, прикиньте, с босса. Давайте мы, здесь можно, кстати, крафтить. Крафтить какие-то штуки, вот мечи, сабли, еще лук. А, лук можно скрафтить. Это пулемет какой-то, мечи, оружейки, броню. В общем, можно крафтить. В общем, ребята, это симулятор какой-то MMORPG, друзья, реально. Так, здесь можно покупать золото, крафтить шоп. А, кстати, вот здесь все есть. Подарочки, хорошо. Итак, друзья, сейчас попробуем ввести с вами несколько кодов. Вот такой, 5000. И мы получаем, друзья, 5000 монет. Сразу 5000 монет, понимаете? Я где-то около полчаса играл, набил 2000, а здесь сразу 5000. Сейчас попробуем еще один код. 1 миллион, мы получаем вот такую крутую шапку, друзья. Сейчас посмотрим, что это за шапка. Вы посмотрите, какая шапища. Вот это круто. Бесплатно. Так, одеваем ее. Опа, и смотрите, какая она шапулечка есть. Ну что, друзья, как вам? Заслуживает игрушечка лайкосик? А видосик лайкосик заслуживает? Смотрите, у нас реген какой хороший. Вот это круто. Друзья, есть еще один код. Сейчас мы его введем. Абус. Мы получаем 25 абус амулетов. Я не знаю, что это такое. Давайте посмотрим инвентарь. Так, где они делись? В общем, ребята, я не знаю, что они дают. Возможно, они нужны для крафта. Либо что они дают. В общем, я не знаю, какие-то абус амулеты, но мы их получили. Еще один код. Бакс. Гон. Мы получаем еще 1000 золота, друзья. Мы уже получили, получается, шапку. 5000 золота, 1000 золота. Какие-то амулеты. И мы уже реально крутые, друзья. Так вот, мы ввели 4 кода. Я думаю, я заслужил, ребята, лайка. И кто начинает эту игру, это обязательно ему реально поможет. Так, мы с вами все одели. Все. У нас меч, который стреляет задом. Шлем. Давайте вот эту возьмем штуку. Вот, мы ее взяли. Все, смотрите, ребята, мы сейчас это... Это лучше? Да, смотрите, это все-таки получше будет. Все, ребята, смотрите, мы с вами уже красавцы. Заходим вот сюда в подземелье. И что у нас здесь? О, у нас сразу босяра. Так, я забыл, у меня же, я же задом стреляю. Так, я должен босса задом стрелять. Тихо. Смотрите, ребята, здесь прокачанные. Так. Боже, как неудобно. Надеюсь, я не сдохну от него. Я очень много урона наношу, ребят. Этот меч, который выбил, легендарный. Плюс моя шапка, плюс мы денег только что забабахали. Так, я пол хп уже. Есть баночка у меня. О, на буковку Q. Так. Задом. Забыл, что задом стреляю. Так, что мы получили? 250 золота. 250 золота, друзья. Так, больше нам ничего не дали. Подземелье закончено. Давайте в еще одно подземелье. Так, ага, подземелье пока еще... А, нету подземелья, друзья. Пока подземелья нет, мы пойдем, знаете, что сделаем? Какой-то старт абус. А я могу зайти туда? Так, давайте на Е. Чем-то не работает, друзья. Что случилось? Во, я залетел. Так, мы должны защищать камень. Защищаем камень. Сейчас будут волны какие-то приходить. Сейчас будем обороняться. Боже, как неудобно, что он задом стреляет. Я не могу ничего изменить. Может быть, можно передом стрелять? Нет, а как изменить? Блин, я банку выпил нечаянно. Так. Так, смотрите, как я их просто разваливаю в хлам.
Так. Тихо. Ай, меня стреляют еще. Ах, вы ж негодники. Они бьют мой кристалл. Ребята, они бьют мой кристалл. Так, ладно. Как бы вас так убить? Смотрите, я первую волну... Я убил их? Да, я первую волну защитил. Отлично. Так, у меня 913 жизней у кристалла. Он восстанавливается или нет? Я какие-то собрал штуки. Ага, он остановился. Смотрите, мы восстанавливаем ХП. А у меня не восстанавливается ничего. Так, смотрите, какой-то лавовый монстр. Так. Задом, конечно, неудобно. Неудобно задом. Так, и радиус действия меча какой-то маленький. Ой-о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 й. Так. А ну, лавовые монстры разбежались. Смотрите, мы можем защищать. Реальное подземелье. Так, что, я вторую волну отбил? Отлично, третья волна пошла сразу. Так, мы все собрали. Смотрите, мы уже... Шестой левел у меня, друзья. Вот это прикольно. Хорошо, сейчас мы защитим это. Сколько здесь волн? Кто играл, может, знает, сколько здесь волн. Смотрите, какой у меня меч. Мне кажется... Так, надо выпить баночку, либо я сдохну. Почему-то баночка не выпилась. Я нажимаю Q. Баночка не срабатывает. А здесь что, не работает баночка? Так, ребята, пишите в комментарии. Кстати, я сейчас после Абуса я покажу вам меч. Мне реально повезло? Или это так всем выпадает такой меч? Мне просто интересно. Так, смотрите, он еще и лечится. Так, сейчас я убью его. Смотрите, какой у меня меч, друзья. У меня у меча 161 урон. Легендарный. Это крутой или не крутой? Я просто не знаю. Так, надо подлечиться. А, это лечится кристалл, не я. Вот жалко. Я чувствую, я следующую волну не переживу. Мне интересно, этот меч крутой или он так часто падает? Получается, я такой зашел в игру, и кто-то, и ребята били босса, я умер. Так, что мне дадут за это? Ну да, все, они сейчас загасят. Мне дадут это бонус или нет за 4 волны? Ничего не дали. Ладно, входим в подземелье. Так, а это у нас подземелье. Здесь уже ребята, я так понял, пошли. Кто со мной на карте? Они куда-то пошли. Нужно дойти до... Опа! Смотри, кто здесь. Скелетики. Вот задом... Так, неудобно стрелять, но я почему-то их, смотрите, как убиваю просто. Брум! С одного удара почти, ребята, круто. Вот это фишка. Так, здесь нужно подождать. Так, опа, это что такое? А что они отсюда ушли? Значит, туда не нужно. Хорошо, значит, туда не нужно. Здесь начало. Куда нужно, ребят? Почему вы оттуда ушли? Может, здесь проход где-то есть? Вот проход! Вот проход. О, какой-то магмовый гигант. Так, волшебник. Я до него достаю? О, достаю, хорошо. Так, тут надо как-то проскочить. Проскочить, ребята. Когда тухнет одна, вот так проскочить. Ну, почти проскочил. Так, скелетика, нужно убить скелетика. Блин, этим задом плохо убивается. Так, ребята, пошли босяру сейчас будем бить. Интересно, дойдем мы до босса или нет? Так, какой-то рейдер. Так, и какой-то маг. Сорцер. Волшебник, ребята. Смотри, какой. Ух. Так, и я какую-то выбил штуку. 12 золота. Мне кажется, я покруче не буду. Они вообще такие слабенькие. Смотрите, у меня меч какой. У меня все потому, что легендарный меч, ребят. Надеюсь, вам тоже такой выпадет. Ну и, возможно, вам помогут коды. Так, что у нас здесь? У нас две лавовые вот такие штуки. Не-не-не-не-не-не-не. Тихо, я проскочил. Так, пацаны, погодите. Как можно баночки купить? Или нужно их крафтить, или выбивать? Так, опа, смотри. Эти, монстрики. Так, вы разберетесь с ним. Я этих двоих беру на себя. Смотрите, просто мага. Вставай, ленивая. Лежит здесь, развалился. Так, меня ударили даже. Даже разочек ударили. Смотрите, сколько мы золота зарабатываем. А я вам сразу дал код на 5 и на 1000 золота. Вот это круто, правильно? Вот это я понимаю, босяцкий подгон. Так, магмовый минус. Следующий у нас. Ну давай, ты уже двигайся. Смотрите, они еле колупают. Я их просто как с пулемета фигачу. Мне кажется, нужно сюда. Так, здесь монстрики. Тихо. Смотри, он 3 стрелы у него. Так, я чувствую, на боссе я не выживу. Так, тихо, отстань. Я задом стреляю. Помните, да? Я задом. Задом воюю. Так, туда или туда? Так, здесь вот эти лавовые штуки. Возможно, мы идем правильно. Так, давайте.
Банда, банда! Мы ба... Тихо. Оба. Это какой-то у нас призрак. Так, этого я убил. И волшебника тоже быстренько завалили. Все, и здесь, я так понял, у нас тупик. Хорошо, возвращаемся обратно. Стоянка. Стоянка вперед. Я думаю, нам сюда нужно было идти. Мы не туда пошли чуть-чуть. Так, да, все правильно. Так, скелетика сразу. Минус скелет. Так, я беру на себя вот этого волшебника. И вот этого на себя. Вы видите вообще, они почти их не бьют. А я просто фигачу. Кстати, у меня жизни восстановились. Да, ребята, мы до босяры дошли. А-а-а, они забрали мой сундук. Они два сундука мои забрали. Ах, вы ж скотобазы. Так, смотрите, босяра, Да, я с вот этого босяры выбил тогда этот меч. Смотрите, я просто его уничтожил. Они его не могут ничего ему сделать. Я тоже, кстати, не могу, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этих лучников, они по 3 стрелы кидают. Чуваки, убивайте, я с боссом разберусь. Ничего себе, он крутится, вертится, как этот. Юла какая-то. Тихо. Появились эти призраки. Тихо. Я сейчас развалю. Я развалю его кабину. Так, у меня, походу, очень крутой меч. Они потому что вообще не бьют его. Один я только урон наношу. Не-не-не-не-не-не. Так, тихо. Босяра. Сколько мы? Пол хп сняли. Во-во-во-во-во-во. Смотри, как я его бью. Я, походу, его единственный бью, что ли? Ребята, смотри, как я его уничтожаю. Не-не-не-не-не-не. Стой. У меня банки хп нету. Чуваки, вы это... Мобов убивайте. Так, нужно отрегениться маленько. Кто там у босяра живой? Так. Вот. Сейчас я мобов развалю. Мобов развалил. Так, тихо. Ребята, защищайте меня. Защищайте Робзика. Так, смотрите, я босяру сейчас добью. Или он меня добьет. Ну-ка. Смотрите, я добил его. Круто! Мне какой-то меч дали, ребята! Я выбил меч, я выбил золото. Короче, я здесь вообще отец. Отец! Так, ну-ка, что мне дали? Какой-то меч. Дэмэдж 34. Это совсем нубский. Получается, мне реально повезло, я выбил вот этот меч, ребят. Это, походу, топовый, ребята, меч в игре. Кто пишет, кто знает, пишите в комментариях, ребята. Это реально топовый меч в игре я выбил. Вот это круто, вот это мне повезло, ребят. Ну все, на этом мы серию симулятора подземелья заканчиваем. Если вам понравилось видео, если вам понравились коды, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. И всем покедова!